Анар, девочка звонит. Куда ты уходишь? Подожди, ну, куда? Ой, не ври, что ты там не можешь? Сюда, иди, а, подошел сюда, давай, бегом. Обувайся, одевайся, приезжай. Уклоняется от камеры, пацан, нормально. Ага, все, хорошо, я звоню тогда сейчас ей и перезвоню тебе. Давай. Анар, что происходит? Не гони, Анар. Что, я звоню клиенту, хочу продать 20 рашгардов, спортивная одежда, которая нужна для тренировок. Сука, вот жук, на колокам звонит каким-то. Ё-моё. Играет наша песня, понимаешь, наша песня играет. Как ты на это смотришь? Собираемся, мы тебя ждем, мы твои два, мы три. Ё-моё. Ребята, это просто капец. Ты знаешь, что надо Я вот попрощался с подругами, а потом мы остались с двумя другими девчонками. Девчонки, вот. Блядь, мы шлюхами, сука, тупо остались реально, на самом деле. Подожди, у тебя все шлюхи, блин. Все шлюхи, блядь, подожди. Это девушки, нормальные девушки. Какие, какие нахуй, блядь, блин, да ты сосался с ней, что, нет? Ты что, ебал ты нахуй или что, заебал? Нет, блядь. Ебать, ты сосал, как будто ты член сосешь, блядь, а ты сосал шею ее. Чувак, я реально. Последнее присутствие Анара в моем видео. Спасибо большое. Теперь вообще он... смотреть никто не будет. Анар столько места заполнил. Спасибо большое, я же главный блогер. Сегодня этот маленький человечек приезжает в Киев жить. Раньше меня. И мы сейчас провожаем его все. Я жив и буду жить, заколебал. Я же не говорю, что ты умираешь. Ну что за последние слова? Ну, в Харькове. А что, ты думаешь, они верны, что ли? Ну приеду там на... Да пошел ты в жопу, не хочу тебя видеть. Чебать, Харьков не спрашивал тебя. Я владелец Харькова. А это мой раб. Номер один. Владелец Харькова. Ну просто тебя же выкупили, понял, с Киева, пацаны, что я говорю, я тебе отдаю. Надо просто твоим подписчикам показать твое видео, где ты шала-ла-ла-ла. Я выставлю. Выставишь? Вот будешь мужик. Отвечаешь? Да. А так нет? Так не. Так такой мужик, себе. Только мужик может такую песенку спеть. Любимой. Матвей, а Матвей, а Матвей? Привет. Что такой грустный? Нормально. Куда мы сегодня идем, Матвей? Мы сегодня идем на открытие бара. И что? Что ты хочешь, я не одет, девушка будет смотреть и ругать. Ну так, тебя полюбят, понял? Если идеально тебя кинут, можно найти себе новую девушку. Ну вдруг такое случится. А? Мне другие девушки не интересуют. Ой, начинается. Ты же блогер, снимай себя. Но, я не хочу снимать себя, я неплохо выгляжу, пацаны, я лучше буду снимать вас. Короче, смотри, рассказывай, я знаю. У нас, короче, VIP-ложа, да, смотрите, это наш пентхаус. Пентхаус. Люстра такая прикольная, такая арт-хаус, natural decor. Что скажешь вообще? Вообще, конечно, нормально, но пока я себя некомфортно чувствую, ты понял, как это вообще. Приехал самый главный блядун Харькова. Представитель компании Valium, генеральный директор. Да, да, вы здесь вы можете наблюдать наш логотип, который разрабатывался лучшими. Это скучно, давайте будем лучшими специалистами. Разрабатывался лучшими специалистами. А я представитель компании брендинга. Давай что-то повеселее, чего вы мой влог? Нет, это не скучно, это презентация. С каждого видео надо вывести какую-то.
Я представитель. Моя польза отсутствует. Ивент агентства. Наше мероприятие. Самое интересное и веселое в Харькове. У нас здесь закрытая вечеринка своя. Оказывается, день рождения, похороны, свадьбы у нас. Только лучшие мероприятия в городе. Смотри, тот... Максим, как у тебя дела, Максим? Расскажи, пожалуйста. Нормально. Мы просто издевались с фонарями глаза слепить. Я тут делать не хочу. Эти блоги свои снимают в другие места, братан. Друг, который просто... Что ты мелешь? Нормальный пацан, я тебе отвечаю. Нос у него такой большой. Когда пацан молчит, ничего не может тебе сказать. Что ты фоткаешь? Ты видео снимаешь? Короче, сегодня мы отдыхаем в тепло-бар. В смысле, слышишь? Кто еще знает дрочил, нужно посмотреть, Макс. Я дрочу все равно два раза в день. Макс, давай зажигай, давай. Руки убери, ты заколебал, руки убери. Димон, давай. С нами Анечка. Ты моя хорошая. Будет косметичка, будет складывать. Машка, ты что вообще, как ты это можешь? Илюха. Нормально сделай, будет, слышишь? Ремняйсь! Струнка, веставы ты! Макс, давай. Yeah, come on!